первом матче, да, он такой больше, наверное, на физическую форму основан. Поэтому у нас была задача, да, провести какую-то определенную работу для каждого игрока. Мы, в принципе, я думаю, что со своей физической точки зрения справились. Вот. Ну, понятно, что в плане тактики, может быть, еще чего-то там на игровых каких-то схем еще пока рано говорить. Поэтому, возможно, да, не все получалось. В меньшей степени в первом тайме, в большей степени, наверное, во втором тайме. Но, опять же, во втором тайме вышли ребята новые, да, у нас новый нападающий. А также у нас есть там молодые ребята, которые были. Хлынов и Борисенко. Поэтому потихоньку, да, мы вливаемся в сборы, и эта игра была очень важна для подведения какой-то определенной черты начала сборов. Ну, я знаю, что чемпионат Чехии, он больше такой, наверное, завязан на борьбе, и кто больше выигрывает единоборств, тот выигрывает матчи. Вот, поэтому мы ожидали, что будет матч непростой, будет много борьбы, да, и нам поэтому и выбрали такой спарринг, чтобы мы свою как раз физическую часть набирали, и поэтому нам была важна эта игра именно с этой командой. Рады, что приступили уже к матчам, неделю потренировались, пока, понятно, тяжело, еще много чего не хватает, это только начало сборов, так что выводов пока не делаем, продолжаем нашу работу и готовимся к следующим матчам. Понятно, тяжело, у нас две тренировки в день, и понятно, что этот матч тоже как тренировка, да, надо было много побегать. Понятно, еще мяч не слушается, но надеемся, что это придется времени, и это всегда так бывает. Первый матч на сборах очень тяжелый, ноги тяжелые. Выводы пока рано делать. Два разных состава играли сегодня. Все провели на поле свое время, так что завтра у нас, по-моему, одна тренировка, и потом продолжаем работу. В принципе, все жестко играют на сборах. Все готовятся к сезону, своим чемпионатам, так что видно, что чешская команда чуть раньше начала. Более, так скажу, свежей были, и это было видно на поле, особенно во втором тайме. Так что продолжаем нашу работу и надеемся, что будет намного лучше.